Акиматы Жезказгана, Балхаша и Абая требуют от предпринимателей при оформлении земельных участков документы, которые уже давно исключили из действующего законодательства. Десятки случаев подобных нарушений регулярно регистрируют специалисты Палаты предпринимателей Карагандинской области. С жалобами бизнесмены обращаются со всего региона. Юристы Палаты комментируют, что подобные случаи выявляют по всему Казахстану. И одна из основных причин – технические недоработки самого портала ЕГОВ, который для оказания услуг зачастую запрашивает документы, которые предпринимателям не нужны. Где госорганы просят какие-то документы, они имеют место. Мы с соответствующими государственными органами отрабатываем это, чтобы довести до госорганов, не создавались эти препятствия бюрократические. Также есть моменты, когда сама система документа, система не принимает ЕГОВ. Проблемы оказания госуслуг и их влияние на бизнес-климат специалисты Карагандинской палаты предпринимателей обсудили на совместном форуме с агентством по делам государственной службы. Несмотря на то, что Министерство цифровизации уже исключило ряд справок, сотрудники Акимата продолжают требовать эти документы от бизнесменов. Чтобы исключить подобные случаи, сейчас в стране НПП внедряет платформу «Правительство для бизнеса».